Дорогие наши женщины, вы даже не представляете, как вы для нас важны. Да что там для нас? Я не побоюсь этого слова, для всей планеты. Ведь вы являетесь олицетворением красоты. А красота, как известно, спасает мир. Но не сегодня. Потому что 8 марта – это праздник красоты. И пусть весь мир подождет. Именно об этом поет для всех вас Сергей Лазарев. Добрый вечер, дамы и господа. Я хочу от всей души поздравить наших прекрасных дам с этим праздником. Любви, удачи, всего самого хорошего. Мы вас очень любим. С праздником! И действительно, пусть весь мир подождет. Это происходит с каждым однажды. Несколько секунд и в сердце уже гроза. Небо падает и рушатся города. Забываются имена. Только ты одна. Не объяснить и не вычислить цифрами честные чувства глубоко там внутри. Я не сойду с этой новой орбиты моей любви. Если проснутся все сразу вулканы, если всю землю затопят Сергей, скажите, пожалуйста, мода может быть революционной? Революционной? Мода? Я думаю, что, безусловно, нужны любая революция – это эксперименты какие-то, наверное, да, в моде, если мы говорим про моду. Эксперименты, броски какие-то, яркие наряды, какие-то тандемы. Вот, поэтому вполне возможно, может быть, да. А что для вас важнее, мода или индивидуальный стиль? Индивидуальный стиль, безусловно. Пусть весь мир подождет.